Сейчас мы познакомим вас с Перл-отелем в Золотых Песках, в котором мы прожили с 26 мая по 2 июня 2013 года. Золотые Пески находятся в Болгарии. Отель очень большой, много номеров с приятным обслуживающим персоналом. Вот мы видим газончик, который имеет надпись «Отель». Это бассейн. В отеле можно приобрести все номера. Просто номера для проживания. Номера совсем включено. Два вида. Все включено полностью. Выдается ремешок соответствующего цвета. По нему включена еда, все напитки и крепкие спиртные напитки. И второй ремешок – это легкие, то есть по нему включена еда, завтрак, обед, ужин, все неспиртные напитки безалкогольные, вина болгарские, пиво болгарское. Бар работает с 11 часов дня до 22:30. В отеле имеется рядом с рестораном отеля парк. В парке такой каминчик стоит. Есть столики со стульями и навес со столиками на случай дождя или укрыться от солнца можно. Номера тоже приятные, чистенькие, просторные. В номере стоит двухспальная кровать, телевизор, стол, зеркало, бар. В баре прохладительные безалкогольные напитки. Ну, естественно, этот барчик в номере платный. Цены невысокие. Телефон имеется. Это вид из окна номера. Как раз мы видим бассейн. Номер находился на первом этаже. Вот то, что мы видим с балкона. Соседние гостиницы. Бассейн с лежаками для принятия солнечных ванн. Терраса. В хорошую погоду на террасе выставлены столики, можно из бара заказать себе коктейли и наслаждаться коктейлями. Это балкончик. Из балкончика. Вот ограждение балкона. Балкончики остеклены, естественно, нижняя часть. Пальмочки украшают. Ну вот мы достаточно посмотрели и из окна вид, и с балкона вид. А сейчас вернемся в номер, и я немножко еще расскажу о номере. Вот как раз показывают балкончик, пепельница. На балкончиках разрешено курить, в номере нет. Здесь мы видим ванную, душевую комнату, умывальник, зеркало у умывальника. Вот душевая комната стеклянная, со стеклянными дверцами. Унитаз, мусорный ящик, туалетная бумага, вешалка для полотенцев. Все отделано кафельной плиткой в приятных тонах. Это шкаф, который находится в номере, трехдверный шкаф
Две секции для вешалок, одна секция средняя с полочками. Это дверь на выход. Также имеется кресло, на котором можно посидеть. Ну и, естественно, по окончании вы получите вот такой конвертик, где вас благодарят за проживание, а в конвертик вы можете положить чаевые. Чаевые – это принято у них, поэтому 5% от стоимости принято давать чаевые. До свидания. Все.